Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. Все, опять что-то жужжит. Все. Спецоперація «М'ясо» проходить вдало в Україні. Російські штурмовики плачуть і шукають стежки в гості до ЗСУ. Більш мощні то. Три дні без їди, без питья. Підтримки ніякої. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник. Сил нету, пить очень хочется. Третий остал, истек кровью. Фара позы мной. Все, наверное, нету. Наверное, умер. Сзади тоже ребята лежат. Опять 300-х видел. 4 200-х лежит, все изувечены, никто никого искать не будет. Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут, и жить хочется. Відправили в розвідку, проте вже за 50 метрів похід скінчився невдало. З трьох бійців групи вижив лише наймолодший і вже готується до нового старту. Говорят, идти... Короче, моей двойке, вот я, чтобы остался в полосе, один выбежал в поле, начал работать АГС, про который никто не знал. Вот. Второй выбежал за ним, ну, через 1.50 метра как кто-то прибежал. Вот. Потом он забегает обратно в полку, того уже первого положили. Вот. А в полку он забежал, его добили птицы. Ну и что, мы сходили на штурм. Вот из моей, вот, с кем мы шли в группы, 28 человек или 20, там, сколько-то. То есть вот остался я один. Вот, а я... Все остальные просто полегли. Там никого, ну, никого не осталось. Даже командира роты нету. То есть он шел со мной рядом. Мы с ним шли рука об руку. А... Он 200. Это просто фарш называется. Від такого фаршу стало підгорати навіть у російських пропагандистів. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись. Дронов реально огромное количество, просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну не отсутствию, а их существенное сокращение количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. У нас сейчас нету просто, оказывается, не оказывается такого рэба, ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они совершенствуются, работают, они улучшают тактику своих атак. Прям, так сказать, как говорится, любо-дорого смотреть иногда, да? Добряче надивився і цей горе-герой. Тепер іншим росіянам не радить випробовувати долю. Когда за 5 минут... Два взвода. Ну, это прям, ну, у меня на глазах прям, я это все видел. За 5 минут 40 человек просто превращают в мясо. Через 30 минут тебе говорят, иди туда же. И я понимаю, что это просто мясорубка бесполезная. Проходит день, и как будто ничего не было. Всех опять собирают, комплектуют. Ребята, денек отдохнете, опять пойдете. Вы с ума сошли, что ли, куда идти? После того, что я видел. Нет. Не хочешь? 15 лет иди сиди. Или вот стоит там заградотряд, ты никуда не выйдешь. Или обнулить тебя. 20-річного Валерія Заврачова на фронт забрали з поліцією. Погрожували повісити на нього кримінал, якщо не підпише контракт. Недовго повоювавши, юнак опинився в гостях у українських вояків. Тішиться, що вижив, бо так пощастило не всім.
первого бата нету. 200-300. Третий бат то же самое. Ну вот, по посадке идешь, они там, вот они, тела. А те 380, что должен был сделать? Если на обратный путь пойдем, то просто запишется как 500-й, десятир и расстрел. Костянтин Романюк з Омська пішов на війну добровольцем. Думав підзаробити, щоб розрахуватися з боргами. У військкоматі пообіцяли, що копатиме шанси на кордоні, а відправили у самісіньке пекло. У мене іпотеки, гроші, боргові, як говориться, ями, не мог знайти роботу, великий рік. От вирішив, когда пришел военкомат, сказали, что сейчас большинство копают просто окопы на границах или стоят просто на границах, никуда не отправляют на войну, потому что там мобилизованных много, там много других наемников, как типа Вагнера, вот такого плана, что вас не отправят. 50 тысяч заработать, 30 за ипотеку отдать и на что жить. Когда, грубо говоря, идешь в магазин, ты оставляешь 5 тысяч, полпакета приносишь домой продуктов. Людей просто пихают на пушечное мясо. Без какой-либо поддержки, пихают их. Много я увидел людей, трупов валяются, которых не выносят, которые это все без вести пропавших. Много всего, и все говорят, нечего тут делать. Просто вот раненых видел, все говорят, нечего, мы тут пушечное мясо. Настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников. Потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам. Вы на танках ездили? Нет. А вы танк вообще видели? Нет. Танковый полк? Без танков? Без танков, да. Только Урала. Так, сейчас слушайте, короче, мне хватит посылки, 3 месяца только, вот мыльно-рыльная, это шампунь эту большую, 3 мыла банных, потом 10 станков, 10 пар носков, 3 пары трусов, под мышками шамазы, только без спирта не пропустят, потом 10 станков сказал, да? На боярышнике, Теплую пасту эту большую, а ту пасту большую, футболку черную, 3 пары трусов, да? Так, и сладкого, сколько килограмм можно, килограмм конфет таких, короче, поняла? Вот, короче. Ну а так, ну что, так сами потом смотрите. Там колбасу можно копченую, все копченую. Короче, смотрите, посылку можно раз в месяц любую присылать. Кроме мыльно-рыльной не надо мне хватит на 3 месяца вот этой посылки, на 2,5, так. Да, потому что он очень добрый, а добрый, добрым всегда должно быть все быть хорошо.